сказать слова благодарности, что вы 11 числа вечером перед длинным уикендом решили для себя приехать на эту встречу. Значит, действительно, что-то очень сильно зацепило всех нас. Война закончилась, и мы как бы собирались по субботам и воскресеньям, чтобы подумать, а что нам делать. Как бы, что нам делать, чтобы не потерять нацию, не потерять страну. Как нам начать, да? Как бы, наверное, часто задают вопрос, а что нам делать. Но мне кажется, самое первое, это то, что я согласен, это безразличие. Очень, очень много безразличия в армянском мире. Безразличие ко всему. Начнем интересоваться, а многие проблемы решим. Вместе объединяться, принимать трудные решения и притворять их в жизнь. В общем, это инициатива про это, друзья. Предлагаю присоединяться, призывать друзей и соседей думать и решать вместе.